автомобиль РАФ оборудован. Автомобиль скорой помощи. Их, наверное, вот в нерабочем состоянии у нас в городе два. Один здесь в музее, а другой стоит на крыше, где станция скорой помощи. Последний рабочий автомобиль у нас трудился в 1999 году в нашем городе. Давайте посмотрим еще салон. Автомобиль. Вот такой автомобиль РАФ. Скорая помощь. Вряд ли он на ходу. 99% автомобилей здесь, они не рабочие. Опять же, вот хочу заметить, что, как видите, это вот мы находимся во второй половине. То есть это вторая территория музея. Видите, автомобили все стоят очень близко друг к другу. Снимать их очень проблематично с разных ракурсов. Ну вот как их снимать, сами посмотрите. Если бы они стояли хотя бы метра на два друг от друга, хороший обзор бы был, да и так посмотреть, даже зрителям прийти посмотреть в музей. Их бы было очень интересно. А так вот они друг на друга наставлены, блин. Очень неудобно. Ладно, ребят, на этом мы закончим по автомобилям. Есть здесь очень много еще военной техники. Паровозы стоят даже. Что-то связано еще, экспонаты с космосом. Если нужно будет, кому интересно, мы в свободное время снимем для вас ролики по другой технике. Вот, ну а пока закончим мы снимать в музее. С вами был канал Алекс Клуб. Всем пока.